Итак, друзья, всем привет! С вами Максим Шубин. Вот и посылка, которая мне пришла. Ну, по идее, это должен быть Powerbank, насколько я правильно понял, когда выбирал этот товар. Вот он был упакован в такую достаточно мягкую штуку, которая, по идее, должна сохранять посылку. Ну и вроде сам товар выглядит более-менее целостно. Видимых повреждений нету, хотя вот немножко пленочка отошла, но я думаю, это не страшно. В принципе, как раз мы сейчас будем распаковывать. Так, собственно, здесь открывается. Пытаемся достать все это дело. А вот и сам Power Bank. По идее, этот Power Bank достаточно такой тяжеленький, увесистый. По идее, он на 20 тысяч миллиампер часов. Это много, как по мне, достаточно много. То есть, по идее, его можно даже заряжать на ноутбук. Не знаю, сейчас он будет работать или нет, но попробуем как-то его активировать. Так, он вроде заработал. Несколько раз я нажал эту кнопку, и он заработал. Так, ну что ж, так он выглядит. Достаточно такой симпатичный цвет. Это хорошо, я вообще люблю красивые вещи, это одна из них, я думаю. Но он достаточно увесистый, в принципе, по размеру он не особо большой. То есть вот моя ладонь обычного взрослого человека, вот Powerbank, он в принципе достаточно легко помещается в него. Так, что еще здесь есть в этой коробке? Так, вот собственно марка. Вот и, по идее, зарядное устройство. Так, ребят, давайте теперь потестируем, заряжает ли вообще этот Powerbank. Между прочим, этот Powerbank на 20 тысяч миллиампер часов. Два здесь порта есть. И он стоит всего лишь 700 рублей. 700 рублей с 20 тысяч миллиампер часов Powerbank. Это же вообще охренительно круто, ребят. В общем, покупайте. Сразу вам говорю, покупайте. Также подписывайтесь на мой канал на... И ставьте лайки, там комментируйте максимально. Так, ребят, сначала хочу затестить, тоже, между прочим, заказал Джума этот аппарат. Это Xiaomi Band 4. Давайте потестируем. Ну, достаточно маленькая штучка. Заряжается ли она от Powerbank, который мы приобрели там же. Итак, как мы видим, все в принципе работает. Все хорошо. Далее. Так, друзья, вот достаточно большой планшет, который занимает почти весь кадр. И давайте попробуем, будет ли он заряжаться. Так, подключаем. Так, друзья, момент истины. Ага, идет зарядка, ребят, идет зарядка, вот, пожалуйста, идет зарядка, все окей. Между прочим, сразу два устройства заряжают, то есть все заряжается, все круто. Это же чудо, черт возьми. Всего лишь за 700 рублей, в общем, очень круто. Всем советую, ребят, подписывайтесь на канал. С вами был Максим Шубин, подписывайтесь на канал и удачных вам покупок. Советую этого продавца, покупайте.